Колись из гэтых полос узлятали самолеты. Зараз амаль узлятают автомобили. Дистанцию 402 метры можно переодолеть за 10 секунд. Коли некто в это не верить, это смогут подтвердить специальные датчики. У гэты раз паспаборнічаць можна было адразу ў некалькіх заліках у рамках нацыянальнага чэмпіянату і Кубка гарадоў. Аднак гоначная складальная не адзіная ў такім мерапрыемстве. Удзельнікі збіраюцца, каб сябе паказаць і пад капот іншым зазірнуць. За адзін сезон машына можа змяніцца да непазнавальнасці. У зябраўку з'ехаліся 30 лепшых пілотаў з усёй краіны. Баранавічы, Мазыр, Віцебск, Мінск. Геаграфія спаборніцтва пашыраецца з кожным разам. Участникам очень нравится наше покрытие, они за счастье к ним приезжать сюда и участвовать, они очень довольны. Поэтому я думаю, что в следующем году мы тоже обязательно один из этапов проведем в городе Гомеле. За рулем гоночных авто были нават две дзяўчыны и два представники Российской Федерации, которые забрали с собой частку призов и подарунков. Россияне стверджают, что мясцовая трасса не горш за московскую, организация на узроўні, а ехать у Гомель ближе. И с радостью демонструют любому жадаючому начинение своих автомобилей. Это модель Audi R6 2006 года выпуска. Никакая не спецверсия, это самый обычный стоковый автомобиль. Стоковая мощность данного автомобиля 580 лошадиных сил, 680-720 крутящего момента, все зависит от стоковой прошивки. Единственное из плюсов этой машины, что тут стоит дополнительная керамическая система торможения, то есть она более эффективная при дополнительных нагрузках. Показали гости и Audi R6, на якой был побитый рекорд свету на дистанции у милю. Зразумела, что полюбоваться на такие шедевры айчинного и замежного автопрама жадающих знайшлося достатково. Тем более, что для глядачу было шмат додатковых мероприемств. До того ж, наведвальники отчули на себе всю моц автогуку – 130-150 дБ, лепшие выники дня. А гоншники хвалились иншими досягнениями. Выниковая худкость на финише у самых магутных авто до 240 км у годину. Механики с дольные створить гоночные машины со звычайных базовых моделей. Были б сродки. Хоть про гроши гонщики частей за все рассказывать отмовляются. Деньги тут не главное совершенно. Вообще не главное. Тут главное желание. И просто все делается постепенно, не за один раз. За один раз это да, там деньги. Там люди платят и получают быстро машину. А когда делается в течение 5-7 лет, то это несущественные расходы, которые тратятся на машину. С 10 секунд у гэтым годзе у зябраўцы никто не выбрался. Але выники показали неадрэнные. Галоўнае ж досягнение – рекорд Беларуси у пярэднім прывадзе. И гэтага уже достаткова, как фестиваль запомнился надолго. Ольга Вальшенко, Дмитрий Радянко, телерадио, компания «Гомель».